Камарджоба, Украина. Я прилетела. Я, Тамара Качичеладзе, на конкурсе Евровидения я представляю Грузию со своей песней «Keep the Faith». Мой отец Гиви Качичеладзе жил и работал 15 лет в Киеве. Он основал эстрадно-симфонический оркестр украинского телевидения и радио. У него очень много воспоминаний, очень много теплые воспоминания. Поэтому мне очень приятно будет увидеть эту страну. Я уже не первый раз пробую свои силы на Евровидении. Наконец-то мне повезло, и я надеюсь, что Украина мне поддержит. С любовью, Тамара. Целую. Как хорошо. To hide behind the veil. Who told you to get out of the way? Don't you let them steal your dreams. Feel the courage, spread your wings and breathe. Keep the faith, keep the faith. Remember, you're not alone. Hold my hand and come along. You keep the faith, keep the faith. Don't let nobody turn you down, even if the world is rough. Who told you that I reached the point with no regret? Told you that my life is a book of fairy tales. I have lost many times, but I've never lost my heart. Keep the faith, keep the faith. Remember, Надія Грузії на Євробаченні Тако Качичеладзе. Спасибо. Тако. Да, можна вас на минуточку? Конечно. Да. Ну, насамперед, ласкаво просимо до України. Тако. Ну, из сюжета вы услышали, что вас Украина связывает многое, но даже если бы этого не было, то, я думаю, реакция публики говорит сама о себе. Спасибо. Я также думаю, что вам будет интересно услышать оценку
вашего выступления. Пускай это не будут какие-то баллы и так далее. Конечно, но да, я думаю, что вам будет интересно услышать мнение победительницы Евровидения, конечно, Джамала. Какая там оценка? Все было очень круто. Невероятный голос. Вы потрясающая красавица. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы приехали и спели для нас. Спасибо. Спасибо огромное. А Костя Меладзе сказав, що буду відправляти за вас смс-ку. Єдине, що мені залишається сказати, діді Мадлоба, ламас гогонас. Діді Мадлоба, Україна! Шахведранда Євровізіазе! Спасибо! Сакартвелу Гамарджос!